Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Мне почему-то все время кажется, что он у меня громковато звучит. Вот, ну не знаю, ладно, вроде бы должно быть все нормально. Опять маг, ну вот вы видите. Чисто вот, что ж за люди-то такие, а? Так, вот погибель и Алексу хочу убрать, чисто потому, чтобы взять с помощью Вилфрида. Не попамся. О, кстати, хорошие карты пришли. Это нам уменьшает здесь количество дешевых карт, а количество... Ой, как вообще хорошо. Блин, ну Лерой... Лерой, даже не знаю, стоит ли его сейчас играть. Ладно, пусть лежит, короче. Блин, вообще вот... Трешак, столько дорогих карт, и мне Лерой выпал. Он, естественно, сейчас Вилфрида законтрит. Или нет? Хм. Ну, законтрит, я думаю. Да, в любом случае. Найдет чем. Азур Дрейк и ледяная херня. Понятно. Блин, ну обидно, очень обидно. Вот вообще, ну что это, блядь, за рука такая? Рено приш... Не, ну это пиздец какой-то, а не рука. Ладно, давайте, поехали тогда. Лерой Дженкинс. Блин, ну, ну конечно, Вилфрид не попам с... вообще не очень. Блин, kill to that. Вот же педрилка, а. Откуда ж ты взялся, мой? Куда ж ты, мать твою, взялся? Да мне нечем контрить Кела, я не думаю, что тут есть резон дальше играть. Вот. Блин, маги реально бесят, задолбали они свои это. Ну и плюс нам тут не зашло, поэтому как-то неохота мне разбираться. Вот. Неохота разбираться во всем этом деле. С этим не зашли нам хорошие карты с добора нашего халявного. Поэтому как-то не пошло, в общем. Да, но вот эта потасовка чем хорошо, то что она быстрая. О, жрец. Тут хоть интереснее будет, а то эти маги реально бесят. Свет дарует мне победу. Свет дарует тебе победу. Так, давайте Нефариана выкинем. Да затрахал этот Лерой Дженкинс, надо его вообще убрать из колоды. Вот. Ну, ей-богу, ну что это за дела? Это тупорылая на самом деле карта. Лерой Дженкинс. И приходит, главное, постоянно. Блин, ну мне просто делать вот колоду для потасовки вообще не хочется. Вот я поэтому их и не люблю. Потасовки, которые надо делать колоду. Я просто прекрасно понимаю, что вот я сейчас мне 5 битв выиграть, и все, я в эту потасовку я больше не приду. Тем более, что она там через пару дней или через день, она уже не будет это самое, ну, актуальна. Вот, поэтому как бы... Как-то вот так вот, в общем. Поэтому как-то вот так вот. Майнд контроль сразу. Ну ты какой извращенец-то, а? Окей,
Давайте сделаем это. Ладно, давайте пойдем в лицо. Блин, а это Херобора Муклинская, она воодушевлением. Я думал, она у нее боевой клич это. Вот. Так, ладно, не знаю, что он сейчас будет менять, не будет менять. Ну, естественно, Сильвану отдает, чтобы взять. Ну, это с другой стороны хорошо, наверное. Так, воскрешение это нормально, кстати. Мекс на это тоже нормально. О, так мы сейчас удачно меняем, короче, крошера на этого и этот самый. И делаем погибель. Ну, то есть раскупориваем крошера. Так, окей, законтрили мы стол. Нормально, добрали карты. Все, в принципе, неплохо. Более-менее. Есть у нас еще контра на этот самый, на, ну, вытягивание души против чего-то жесткого. Что будет сейчас ставить жрец? Файген, да? А у нас есть сталак. Давайте вот так вот мы сделаем, да? И, короче, хз. Сможет ли он выразменять это? Здорово. Ну, если что, у нас есть круговерть пустоты. Две карты из колоды спер. Блин, а у меня там хорошие карты. У меня там толстые жирные карты есть. Реально. Реально толстые жирные карты. Но единственное, там нет ремувалов, потому что все ремувалы, по сути, один я сыграл. Интересно. Круговерть осталась, и вытягивание души у меня на руках. Поэтому как бы ремувальчиков... Фак, обоим неистовство ведра. Да ты охерел, блин? Охереть, вот это заявочка. И он, естественно, сейчас пойдет долбить меня. Вот же скотина, а. Так. Сталак убивать. Тащит Аргусил. Ну, сделаем вот так вот, покамест. Сделаем вот так вот. Бля, под черного рыцаря подставился вообще хреново. Ну ладно, сейчас же у нас еще дядька придет. Кобра. Ой, фак, мой мозг. Я Рафа, величайший из археологов. Так, давайте десяточку возьмем. Если сейчас удастся стол зачистить, то мы, может быть, победим. Нет, так нет. Ну, если он сейчас, видимо, будет зачищать, пытаться стол. Хотя он, может, меня залетали сейчас. Не, он не фарил нас играл. Он не Фариана сыграл. Ну, нормально, в принципе. Ты сильнее меня. Да, все, хотя странно, он мог... А, ничего, он не мог. 7, ну да, понятно. Там любой этот с лампадки был бы хорош. Так, ладно, погнали еще потасовку эту. Все-таки доделаем уже этот. Ну, нам в любом случае квест на 5 побед в потасовке, поэтому я его нигде, кроме как тут, делать не могу. Вот, поэтому
Как-то так. Поэтому как-то так. Так, Андуин опять против нас. Это радует. Меня бесят только маги, по сути, здесь. Вот, ну пока. Так, черного рыцаря, наверное, стоит держать в руке. Вот этих двух дядек я не очень хочу видеть. Вначале. Кел, блин, ну на самом деле такое себе. Рено Джексон с самого начала. Окей. О, Таури Саша. Это, кстати, очень выгодно. Это, кстати, очень выгодно, потому что у нас комбинится сразу стали вот эти, например. То есть два ремувала. Но, наверное, надо все-таки контролить вот так вот. Я все-таки думаю. И ставить муку. И ставить муклу. Так, хорошо. У нас работает Таури Сашка. Таури Сашка работает хорошо. Я сплю. И Зера пошла. Ну, это вообще здорово, я бы сказал. А сколько у нас дымага на этом самом? А ну-ка, дайте-ка я еще крутану. Блин, не получится, конечно. Умри! Фак, что я сделал? Я же ее не убил. Вот я вафля. Ну ладно, короче, вернем тогда. Надо было Таурисана, а не этот самый. Не играть. Ну ладно, ничего страшного. Сделаем вот так вот. Ой, я, конечно, сейчас затупил эпично. Затупил эпично, ничего не скажешь. Я что-то подумал, что я ее убиваю. Надо подумать. Надо подумать, подумай. Что-то он хочет кастануть в Килтуза, да лишь бы не Mind Control. Mind Control будет для меня болезненный. Да, кстати, тут надо такое подумать. Просчитывать. Он же может его спереть, разменять Зерой Таурисана, и мой Келтузат ему вернет это. Вернет лицо пошел. А, вот он. И чем-то добивает, да? Окей. Нефариан. Окей, давайте сделаем. Вот, держи кружечку. Так, окей. Так пока сделаем. Блин, на самом деле он хорошо сыграл. Воодушевление призывает легендарку случайно. Где мои ремувалы? Ремувалы, хочу ремувалы. А сколько у него? 6 плюс 5, 11, плюс 4, 15, 16, 17 урона у него. Ну ладно, чё, я не знаю. Пробьёт, пробьёт, не пробьёт, не пробьёт.
Просто какой-то фуфел на самом деле получился. Ну, проиграли мы этому жрецу. Ну, со жрецом, согласитесь, вот матч интереснее, нежели там с этим... С каким-нибудь там этим самым... Ну, магом. Копию выбранного существа. Да блин. Эй, зараза. А мне ремувальчики так и не пришли. А мне ремувальчики... О, погибель. Конечно, у меня сейчас будет, по-моему, перебор. Ну, на следующий ход, да? Но зато мы сможем закомбинить, например, Рено и Доктора Бума. Вот. Или... Или Рено и БГХ. Или еще что-то. Сука. Ты задрал вот этой херню с памяти. Ну, давай, или под этого, или под БГХ. Блин, ну самое, мать его, херовое, что могло прийти, оно пришло. Давайте Рено сыграем. Окей, вот так вот. Ну, более-менее нормально. Так, пошел Рагна. Рагна это хорошо, потому что он контрится БГХ-шкой. Ну, мне, в принципе, пофиг, куда он сейчас стрельнет. Вот, так может быть даже лучше, что он стрельнул в это. БГХ-шка. Так, давайте, наверное, этот самый. Жизнеотвод крутнем. Блин, да у меня перебор опять. Три. Ну, 9 карт у меня вроде бы, да? Неплохо он воскресил. Базару нет. Неплохо воскресил. Сыграно. Да, неплохо сыграно. У меня нет времени на игры. Блин, Сильвана, ты вот это вот серьезно? О, чародей. Твоя магия тебя не спасет. Получай. Получай, сразу. Так. Ну, естественно, добирает Сильвана этого. Моего щитоносца. Сейнджина. Блин, почему он не делает провокацию? Вай! Возвращает выбранное существо в руку владельца за 0 маны. Это, конечно, читаковская шляпа. Читаковская шляпа. Так, я жизнеотвод крутить смысла не вижу. У меня и так полная рука. Поэтому как у бы... У меня нет времени на игры. Ай, зараза, спер у меня этот самый. Вот же скотина какая. Вот же ты паскудная, мерзкая хероборина. Ладно, давайте, я хочу, чтобы он все-таки этого убил, но... Ну, нормально, я не против, что оно и так, потому что мы де-факто сетапим под Лероя себе этот самый... Погребение кастует, да?
Давайте сделаем это. Я вот не знаю, как мне поступить. Ну, поступим вот так вот пока. Поступим пока вот так. Да ты задрал. Да откуда у тебя... А, ну это ж теперь его бум, да? Так, Сталак и Файген пошли оба в этот самый в бой. Ай, не знаю, что этот жрец может тут придумать еще. Блин, что-то черный этот мой вообще не играет, чувак. Че, сайленс? Фак, контроль, да ну ты охеревшая пара тварь, а. Латхиба надо было ставить. Ну это, блин, просто невозможно, ребята. Ну как вот это вот можно вот так вот? 14, 15, 16, да? Не, ну это реально бесит. Ну чё это за говно такое? Чё это за говно? Кто мне скажет? Ну вот как так можно играть? Да задрал ты воровать карты, зараза. Ой, так, ладно. Ты, блин, издеваешься? Бомба на 3, но тут я уже не законтролирую никак, к сожалению, все. Изи консит. Да. Ну вот так вот получилось. Ладненько, ребятки, я тогда на этом этот выпуск как раз закончу. Всем большущее спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.